Стоя! Стоя! Человек большой буквы. В Ташкенте армян очень много. Но редко кто проявляет такое внимание ко мне. Именно человеку, который нуждается. Нуждается. Сейчас я нуждаюсь во внимании. Очень. Но мало кто ко мне приходит, тем более наши армяне. Вот открылся теперь центр армянский. Я бы очень хотела, чтобы армяне не были так разобщены. Они группами собираются, понимаете, так нельзя. Надо общение стоящее, человеческое. Не по карманам, как некоторые, не здесь сидящие, я их не имею в виду, а именно по душевным качествам. Человеческим качеством. Моя мама родила 9 детей, 5 дочерей и 4 сына. Ни один из них не выжил. Вот я считаю, что Валера мой брат. Сегодня мы его узнали. Он мой брат. И чтобы всегда не менялся при любых ситуациях. Никогда. Был человеком Ah, sim.
Сейчас.